перед вами гербицидная штанга Бадилли. Значит, данная штанга полностью гидравлическая, имеет ширину захвата от 270 сантиметров и максимальный вылет от 480 сантиметров. Штанга универсальная. Что это значит? То есть она может производить как и сплошную обработку, так и приствольную обработку. Специальные боковые секции оборудованы пружинами. В случае препятствия, будь то дерево, шпалера, столб, данная боковая секция отклоняется на своей пружине полностью назад. И при обходе препятствия возвращается в строй. Значит, переднюю секцию мы можем полностью отключить. Специальные краны установлены. То есть нужно работать приствольной зоной. Только работаем вот этими двумя, значит, кранами. Если нужна передняя секция для сплошной обработки, включили дополнительную секцию и вперед делаем сплошную обработку. Значит, как я уже и сказал, полностью штанга гидравлическая, на подъем-опускание вертикальный цилиндр установлен и горизонтальные гидроцилиндры, которые дают нам вылет. Значит, необходимо всего лишь два гидровыхода от трактора, потому как установлен распределитель, он крепится в задней части трактора и спокойно производим обработку. В случае необходимости дополнительного бака, наша компания может вам предложить вот такие баки с насосами, с распределителями, которые отлично агрегатируются с данными штангами. По баку, сейчас быстренько немножко остановлюсь, насос 85, значит, литров производительностью, трехмембранный с распределителем, регулируем давление на нем. То есть в этой версии мы видим 600 литров перед собой бак, да, то есть можно поставить любой, какой захотите, 200, 400, 600, 800, 1000, какой угодно. Штанга очень надежная и имеет гарантию от завода-изготовителя 1 год. Значит, в транспортном положении и на хранении штанга складывается вертикально вверх, таким образом. И здесь мы можем наблюдать итальянские форсунки прекрасного качества, которые называются Тикси. Прекрасная форсунка, хорошо себя показала, работает в любых условиях. На сплошной обработке у нас стоит латунная форсунка с такими же распылителями того же производителя. Вот, и дает прекрасную норму вылива. Норму вылива мы регулируем вот на баке этим распределителем. Приглашаю к себе на склад в город Краснодар. Вы можете ознакомиться поближе с этой штангой. Вот. Они у нас всегда в наличии. Будем рады видеть вас.